политический, экономический правильный курс выбрать, вот здесь, как правило, была загвоздка. И в свое время, это, по-моему, 34-36 год, если не ошибаюсь, там близко где-то, был приглашен Салазар для того, чтобы возглавить Министерство экономики. При всем при этом он был преподавателем в университете Куимбра. Прибыв в Лиссабон, был преподавателем, но достаточно такой амбициозный в плане того, что отстаивал свои позиции. И когда он потребовал, чтобы сделали некие поправки, и ему отказали, он просто-напросто собрал чемодан и обратно вернулся в Куимбру на преподавательскую деятельность. После очередного переворота его опять пригласили, и, выполнив его требования, он стал министром экономики. Причем его политика достаточно была такая агрессивная, и экономика пошла в рост, и впоследствии он стал и премьер-министром, то есть настолько политик он оказался великолепным. Самые большие заслуги, потому что, почему его народ помнит? Потому что он провел индустриализацию. Страна голая босса, Салазар начинает поднимать экономику, то есть строительство дорог, строительство архитектурных ансамблей.